Здравствуйте, мои дорогие. Сегодня я буду работать, а вы будете смотреть, как я работаю, и заодно покажу вам свои богатства. Вот одна из сокровищниц моих. Здесь кружево, не кружево, а здесь лента, она такая, как велюровая лента. Вот посмотрите, сколько у меня их. Заказчице как раз нужно подобрать, она говорила, или фиолетовая она хочет на отделку, или вот это Royal Blue, вот такой яркий синий такой цвет, вот как у меня впереди лежит справа. Хотя мне вообще там ни тот и ни другой не хотелось бы, но я же говорю, что у нас вкусы расходятся, ну, а желание заказчика — это закон. Поэтому я сейчас подберу все, что у меня есть в таких тонах. И потом она придет, еще раз посмотрит. Ну, а вы посмотрите, как я говорю уже, мои богатства, мои сокровища. Я давно говорила, сделаю как-нибудь обзор своей фурнитуры, своих кружев. Вот. Ну, вот заодно. Это, конечно, часть какую-то я вам только буду показывать. Все я не могу, потому что действительно у меня сейчас я очень занята. И как-то делать отдельное видео только обзора я не могу сейчас. Поэтому смотрите, если не нравится, перекручивайте. А чтобы вас очень не утомлять, я поставлю на скорость. Вот мне надо было, кстати, персиковое тоже кружево подобрать, я тут нашла в этой коробке. Вот так у меня все по коробочкам, все по этим. Ну, я знаю, конечно, что-то у меня по цветам разложено, что-то у меня по фактуре разложено, как вот эти велюровые ленты. А это у меня мешок с белым, совсем белым. То есть я иногда сшью свадебные платья для христиан. Вот, и тут у меня как раз вот такая. Или там деткам, вот, которые как на крещение, да, платье нужно белое. Сейчас мне тоже на один из заказов нужно белое, поэтому я тут смотрю и кое-что... Ну, смотрю просто, а то я тоже забываю, что у меня есть, чего у меня нету. Вот можете представить, сколько мне нужно перерыть всего, сколько мне нужно перетрогать всего ради какого-то одного, допустим, заказа. Но мне это нравится. Хотя я говорю, что я... то, что я трачу время на подбор этого всего, я за это деньги не получаю. Но получаю удовольствие моральное. Вот так возвращаем обратно мы белое. Теперь посмотрим другие аппликации. Мне там вот синяя. Я бы поставила, вот там есть синяя. Сейчас покажу вам, какую я смотрю. А, не эту. Просто вот я вам показываю, какие у меня цветочки есть. Есть вот такие. Вот видите, какие розы у меня прям. Но это не на этот заказ. На этот заказ там этого не нужно. Вот есть такие у меня аппликации. Вот все, представляете, мне нужно раскладывать по коробочкам, по мешочкам. Вот есть такие горловины. Но это я уже говорю, это все индийские варианты. Индийские дизайны. То, что носят здесь. Поэтому, может быть, кому-то это не нравится. Но я должна же учитывать вкусы индийцев. Таких вот как бы европейских платьев у меня редко что заказывают. Вот всякие блестяшки. Вот видите? Вот тоже в коробочку у меня все идет. А это вот такие, ну, это тут называется йог. А, нет. Это я вам показываю воротнички, детские воротнички на платье. На детские платья воротники. Я сама не успеваю за собой, на скорость же поставила вам. Вот. Это вот уже на взрослые. Различные. А это вот я давала вышивальщику, вот он иногда вышивает, и там какую-то полоску, если нужно пришить, пришиваем.
Вот видите, это ручная вышивка. Раньше много было таких заказов, сейчас просто очень много готовых. Вот у меня такие приклеивающиеся. Видите, такие аппликации, они приклеиваются. То есть горячим утюгом, и оно приклеивается. Неплохо приклеивается, хорошо держится. Вот еще. И еще. Столько много у меня всего. Вот это я отобрала синие. Я отобрала синие. А это вот такие, ну, нагруднички такие. Вот пришиваются. Можно их развернуть как-нибудь углами. Можно, вот я подумала, можно даже вот так вот сделать 3. И такой получается полностью вся грудь такая. Будет вот такими углами. Вот такие. Вот это обычно на такие, на хлопковые какие-то. Я уже вам показывала, пришивала я такой бежевого цвета. На красном. Не, да, на красном бежевое было. А сейчас вот, кстати, вот этой заказчице, у нее тоже опять-таки такой же похожий красный. Красный с синим там рисунком. Вот я подобрала синее, ну не знаю. И может быть такое тоже персиковое. Вот белое. Это вот тоже вышивка, вот видите, на рукава и на горловинку. Вот так поскладываю, поскладываю. Через несколько дней, если я там начинаю опять рыться, опять у меня какой-нибудь бардак. Потому что когда это я тут спокойно сейчас раскладываю, вот у меня такие есть. Сейчас я говорю спокойно, я раскладываю, складываю. А когда заказчики, представляете, а иногда бывает вот так приходят, и один, и второй пришел. И каждому нужно уделить время, подобрать. Второй стоит, ждет там. Ну, не нервничает, но все равно как-то я нервничаю, что там кто-то ждет. А сразу же все не покажешь. А люди некоторые не понимают, какое, ну, что им выбрать, тоже не решаются. Вот, вот я говорю, можно, вот она хотела тоже персиковое там на красное пришить что-то. Так, это детская, это для детского, и вот это для детского тоже. Вот, посмотрите, какие бывают готовые уже украшения, ну, вышивки такие. Это все пришивается, это не приклеивается. Вот такая у меня работа. Ну, хоть я говорю, хоть муж и говорит, ты ничего не зарабатываешь, давай лучше закрывайся и сюда лучше поселить девчонок. И у нас будет пассивный доход гораздо больше. Ну, а я все-таки я как-то двигаюсь и работаю. Мне это нравится. А вот это сейчас я покажу. Это тоже вот заказчица принесла мне блузку. Там кто-то ей пошил. Естественно, ей не нравится это все. Теперь мне нужно как-то ее украсить. Каким-то кружевом, какой-то тесьмой заменить вот эти вот вверху, которые завязочки, там они такие простые какие-то, ну, мне нужно купить готовые, красивые, и висюльки вот те красивые тоже там купить. Вот я думала, если из тесьмы сделать вот так на одну сторону, вот такими как лучами, то есть от плеча оно идет как бы, ну, вместе, а потом вот так расходится такими лучами. Ну, я думала, так может быть ей. Ну, в общем, я ей покажу, как она захочет. Так я и сделаю. Если не понравится, сделаю что-то другое. Потому что она меня просила подобрать кружево и заменить вот это вот веревочка, та, которая завязывается у нее. Вот я вам показываю, как бы я хотела сделать такими лучами, но не знаю, понравится ей или нет. Ну как вам? А вам нравится моя работа? Мне лично очень нравится. Я же говорю, я получаю моральное удовлетворение. У меня мозги работают, руки работают, ноги двигаются. То мне погладить нужно, то мне там что-то застрочить нужно, то мне найти там что-то нужно. Порой бывает у меня после
когда приходит, вот я показываю, что это нужно отрезать вам и заменить на новое. Иногда у меня прям, вы знаете, руки болят после того, когда я вот так вот поперекладываю много тканей каких-то, мешков. А вот у меня вот эта моя подружка, заказчица, увидела вот это, ну, вот эту вот вышивку вот эту и говорит, ой, хочу такой какой-нибудь себе платье. И вот как раз у меня, кстати, было вот сари такое, видите, однотонное. Она у меня купила это сари, из него нужно теперь пошить платье и украсить вот этим, ну, вот той блестящей такой вышивкой. Вот так я в пакетик положу, потом все это мне нужно записать, потом подобрать подкладку, купить нитки. В общем, много еще работы будет. Но это я буду попозже делать. Она приедет через месяц. Она живет не в этом городе, а живет в Хайдарабаде. Приедет через месяц, поэтому я пока откладываю. Просто она еще, вот, еще тут несколько дней будет, я хотела с ней посоветоваться. Так, вот это вот она тоже принесла мне. Ей нужны рукава. То есть, если я не найду ткань такую похожую, нужно купить сеточку, ну, такая как сеточка, и отдать в покраску, в желтую. А вот это две ткани я пропустила, зеленая и красная, это на штанишки. Ей, у нее там платье тоже будет, курта зеленая и красная. Ну, вот, и внизу вот это на штанишки ткань. Поэтому я вам там ничего пока не показываю. Так, остальное я буду, да, вот это вот на штанишке. Остальное я вам буду показывать в следующем видео. Дорогие мои родные, спасибо, кто подписался. И спасибо тем, кто еще не подписался, но, может быть, планирует подписаться. Спасибо вам, девочки мои, кто не забывает ставить лайки, а также кто пишет комментарии. Я очень благодарна вам за это. Мне очень-очень приятно.